в лесовой галузи и в рыбной. Цветет махровая коррупция. Посады как покупались, так и покупаются. Назначения идут по принципу «свой человек», с громадой никто не советуется. И идут тотальные вырубки, идут нарушения природоохранного и водного законодательства. Идет, выписывается одна часть, оттуда собирается древесина с большей части. В общем, таких фокусов нам рассказывали очень много. Министр УПК я представил документ о том, что должно, по мнению людей, быть изменено в отрасли. Основные требования. Первое, что все назначения должны предварительно вывешиваться для ознакомления с людьми. И все, кто знает плохое, как на свадьбе, либо говорите сейчас, либо замолчите навеки. Второе, не должно быть назначений людей, которые раньше себя запятнали сотрудничеством с регионалами, коммунистами и участием в коррупционных схемах. Доказанное участие. Если здесь есть люди, которым хочется навести порядок, я готов быть посредником между министром ИПК, между губернатором, если он хочет быть посредником, я его, так понимаю, нету сейчас, и между теми людьми, которые не забили на все это, не спились, не смылись там в Польшу, в Португалию, не занимаются копанием бурштыном, а хотят все-таки довести эти дела, которые начали на Майдане, до конца. По поводу тех, кто хочет работать в лесной отрасли в качестве лесовой охраны. Я считаю, что так как милиция не функционирует, прокуратура не функционирует, нужно будет создавать подразделения при лесном хозяйстве. Сейчас ищем варианты, как это делать. Потому что народному депутату ловить машины без бирок, ловить машины без документов, это, конечно, очень интересно, но долго не продержится. Туда надо брать атошников. Нам було обіцяно, що цих людей, яких називали під час першої зустрічі Мін АПК, Квотирко, Колісники, Бадзянь і інші, їх не буде. На жаль, реакція зворотня. Тобто, як плювок нам в обличчя, це призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язку, всупереч там всім регламентуючим нормам, пана Квотирка, людини з команди Колісника, раз. По-друге, людини, яка двічі була засуджена за конкретними кримінальними справами. Міняти ТВО на ТВО на місяць немає смисла. Ми тут зібралися для того, щоб ви просто швидко організували конкурс. Це просьба від всіх нас. І жорсткий конкурс. Тобто на конкурс. А міняти ТВО на ТВО немає смисла. Проверяли спецперевірку, ким був, де він був, від кого. Це людина, яка не хороша. Ніхто тут не скаже, що квартирка хороша. Він прийшов, хлопці, я поганий, отам, 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 отам. Пакет ТВО, збирайтесь в кучу, контролюйте ліс. Це було його пропозиція, що дуковці, азовці, айдаровці, збирайтесь, робіть організацію, підписуємо контракт, контролюйте ліс. Ніхто не говорить, що ви хороший. Просто немає сенсу міняти зараз ТВО на ТВО.